частном порядке люди, которые поняли, что ничего не добиться, так же, как и мы поняли. Ну, вот так как-то в частном порядке люди мстят. Вот, я так думаю. Нет, вот сейчас... Какие-то реальные случаи были такие? Слухи или это правда? Это не слухи, это правда, это были, да, люди. Там люди не выдерживают уже, там люди стонут. Ну, вот, что, я слежу за Одессой, так сказать, да? Люди стонут, люди на грани, так сказать, срыва, да? Вот. Я вот просто рассуждаю, почему надо было допускать вот такое, чтобы в город зашли вот эти за безобразие. Почему сразу не встать? Ну вот так, вот по наивности, по какому-то одесскому менталитету, да, да, договоримся. Напоминаю, знаете, ситуацию, когда фашисты в Германии с евреями занялись, и они надеялись, евреи, что они откупятся там, не знаю что. Ну, так и вот одесситы тоже самое. Во-первых, убивать не хотели, во-вторых, ну как, законопослушный человек, я пойду штурмовать воинскую часть, которая, ну как бы, да, опять же, украинская, да, я украинец, пойду штурмовать украинскую часть, как я себя буду чувствовать? А западный электорат, так скажем, позволили себе такое, да, штурмовать эти части. И голыми руками, конечно, ничего. Но опять же, мы же надеялись на то, что нас услышат. Ну вот только Куликово поле и создавалось именно потому, что думали, что нас услышат. После 2 мая Куликово поле актуальность свою потеряло. Это мое мнение. Хотя там собираются бабушки, дедушки, ну там несколько... 100 человек до 1000 собираются, конечно, постоянно до сих пор. И благодаря им, опять же, мы выжили в этой тюрьме, находились мы, потому что они нам делали, поддерживали. Потому что то, что там в тюрьме ну, готовят, так называемая баланда, да, это, там есть нельзя, это даже животные не будут есть. Это. Даже не хлеб, не, даже, ну, о чем говорить. Хлеб такой, что ты берешь его, вот так собрал, и можно к потолку, он прилипает. Вот это не еда. Только благодаря этим людям мы выжили там, в тюрьме. Вот. А потом уже, да, и лекарства с лекарствами помогали уже потом позже, и с едой. Поначалу вот, мы еще не были в тюрьме, они же там организовали в ресторане кухню, жареные колорады, там, печень жареного сепаратиста и так далее. Этот бар был сожжен потом позже. А на Куликовом поле они собирались, возле Куликова шарились постоянно каждый год шашлыки. Вот, там Гуцал, по-моему, или как его фамилия. Так вот такое издевательство. Сразу после 2 мая они потом пришли возле, люди возложили цветы, они пошли там, помочились на эти цветы и так далее. Ну такое вот, творят ужас. Как можно с ними договариваться с этим? Ну, это же ублюдки. Ну как с ними можно договариваться? Вы знаете, поначалу, я думаю, что был какой-то процент, там процентов, не знаю, 10, одесситов, которые были майданутые, так скажем. Но я думаю, что вот эти события и жизнь вот эта сейчас, которая им сейчас... Предстоит жить, да, предстояло жить эти все годы, и сейчас продолжается и коммунальные платить, и так далее, я думаю, что у них этот пыл проевропейский, так называемый, поубавился у них, и они, ну, по крайней мере, нейтрализовались. Вот. Если не стали на нашу сторону, то хотя бы нейтрализовались. Я не думаю, что, я уверен, что если бы вот так сейчас зашли сейчас российские войска, ну, или там танк первый заехал, да, или БТР, то встречали бы люди с караваями, с ружниками и так далее. И каждый бы приглашал пообедать. В интернете видел, что появилась какая-то группа. Это радует. Все-таки какое-то должно быть хотя бы информационное такое сопротивление, поднимающее дух людям, одесситам, таким обывателям, да, так сказать, одесситам. Насколько я знаю, вот простым людям, я общаюсь с людьми, ну это невыносимо. Это с этим коронавирусом они там им устроили, транспорт не ходит. Переместиться невозможно, ни больницы не работают, ни... суммы такие приходят, платежки, что невозможно платить, а зарабатывать нет, возможности нет. Из Одессы превратили, из курорта, самую настоящую колонию, самую настоящую, ну, пытки люди испытывают. Живя дома, люди испытывают пытки, издевательства просто. Преследовали людей, некоторых людей я знаю, которых преследовали, которые там битами били. Вот. Еще я не был в тюрьме, коммуниста Полищука, сына в переходе побили битами. Я сам был побит битами до, так сказать, тюрьмы. Вот, меня, зная, видимо, видели, что я хожу на Куликово поле, двое прямо возле дома побили битами. Я подал заявление в милицию, ну понятно, что это такое символическое. Было, преследовали, конечно.
таких вот самых активных, где-то вот заметных людей. Не знаю, насколько сейчас, я просто там не живу. Думаю, что и у этих был поубавился, потому что их финансирование тоже как бы прекратилось. Прекратилось или очень сильно уменьшилось. Только, наверное, самые идиоты, которые совсем уже не понимают, что происходит, остались. Те к нам на суд приходили, так полный зал собирался, человек 20 в Одессе есть таких вот. Ну, я не думаю, что это коренные прямо одесситы. Ну, это опять же навезенные. Я так надеюсь. Потому что насколько я знаю, скольких я знаю людей, знакомых, из моих знакомых нет таких, что, которые хотят Европу и украинский язык. И размовлять на украинской мове хотят, понимаете? Таких у меня нет знакомых. И сколько я на улице встречалась, сколько вот я уже сидел предварительно, заходили люди и говорили о том, что, господи, ну сколько же это может продолжаться, что я уже с ментами побился, потому что творят такое, что невозможно выдержать. Что это происходит в Одессе? Тогда еще, это уже в 2014 году было, были возмущения. А сейчас таки подавно. Одесситы очень сожалеют, и Одесса первые несколько лет, ну, была прямо, ну, в трауре, и народ не мог очухаться, и я думаю, что до сих пор не очухался. После такая прививка Одессе за ее пассивность. Вот. Было бы больше людей, не было бы этого. А, конечно, люди понимают, кто это сделал и зачем это сделал. И сейчас я считаю, что настроение одесситов более радикальное стало, намного более радикальное. И если бы что-то зашло бы извне, да, небольшая помощь в силе, да, так сказать, военной, то народ бы поднялся и помог. Я в этом уверен. Хочется мне в это верить.